Vine mai acum. Любви, да? Или дрома? Любви? Или дрома? Да. У нас играют две замечательные девушки. Я думаю, что они единственные в Москве, в ближайшем Подмосковье, которые играют на таких инструментах. Следующая композиция — это эксперимент на такой очень дерзкий, на выносливость, да. Песня называется «Фестиваль де ритмо». Кто знает, подпевайте. Thank you.
характер, да, чтобы он... Евгений Панфилов, гитара. Александр Попов, барабаны. Евгений Ларионов, перкашн. Андрей Марухин, клавишный. Сергей Коньков, борода. Сергей Бородатый Коньков. Следующая композиция из репертуара американского вокалиста-барабанщика Фил Коллинза, и она называется просто «Сусудио». Мы называем «Субсидией». Thank you.
Очередной смелый эксперимент. Одни смелые эксперименты, да? Любим мы экспериментировать в этой нашей нелегкой жизни. Если еще песня, композиция, написанная лучшими музыкантами нашего маленького земного шара, и называется она «Наслаждение тишиной». Thank you.
Слушай, композиция называется Song for Bilbao, что в переводе с английского «Песня для Бильбао», написанная американским гитаристом Пэт Метини. We'll be right back.
Пальчик за палку. Еще один смелый эксперимент. Я думаю, что он, ну, редко очень, да, исполняется вообще в таком составе. Композиция называется «Лингус». Написали ее ребята из группы «Снарки Папи». We'll be right back.
классная композиция. Симпатов. Да. О, надеюсь, вам понравилось, да? Рингус такой вот у нас веселый. Следующая композиция. Очередной эксперимент. Кстати, вы знаете, что Оскар, да, начался? Тут я стою, да? Ничего себе. Там девушка говорит, сегодня Оскар начался. Я говорю, о, круто. А я уже знаю. Вот. Не менее оскароносная песня называется «Я пойду за тобой». Thank you.
Знаете, я тут недавно задумался над репертуаром, который мы исполняем. На самом деле он такой не детский получается. У нас песня называется «Лингус», песня называется «Point G». Такой, все, для взрослых. Кстати, мне тут анекдот рассказали на днях. Я родом из Киргизии, и там есть озеро. Называется оно второе, по-моему, по высокогорности в мире. Называется Иссык-Куль. Так вот, предвыборная кампания, актуальна сейчас. Путин ловит в Москве-реке, ловит золотую рыбку и говорит. Я в рыбу звонит. Путин. Отлично. Путин звонит. Вот. И значит, он ловит золотую рыбку и говорит. Слушай, в Москве так много киргизов. Просто не знаю, куда от них деваться. Что же делать? Как же быть? Я хочу, чтобы ты выполнила мое желание одно единственное. Сделай так, чтобы их не стало. На что она ему отвечает? Не могу. Он говорит, почему? Я Иссык-Кульская. Вот такая вот шутка. В тему. Все голосовать, да, пойдут, наверное? Я нет. Шутка, конечно, пойду, это нифига транслируется, все, конечно, пойду. Thank you.
в этом зале. Вы нашли. Мы нашли? Да. Это кому? Следующая композиция. Следующая композиция под названием «The Way We Were», что переводится «Былое» с английского языка. Исполняла ее Барбара Стрейзен. А сегодня для нас ее исполнит Азат Хуснови. Он сыграет, правда, он не споет, а сыграет. Так что послушаем. Споет на трубоне. Thank you.
Следующая композиция очередной. На самом деле уже не эксперимент, уже все, уже надоело. Я как-то выгоню в следующий раз, не будем петь. Шутка. Песня из репертуара, очень известной на данном этапе вокалистки, которую зовут, да, Кэти Перри, не угадал. И песня называется «Я целовал девчонок, и целовал». I kiss the girl, now I
В репертуаре этого маленького состава называется «Эх, раз, еще раз».
Смотри, движ. Труба. Три игроков. Гитара. Андрей Барутин. Клавишный. Евгений Урион. Перкуссия. Александр Попов. Барабанная. На стоп бомбу. Это страшно. Евгений Балфилов. Бас-гитара. Еще композиция нравится моему сыну. Мигель, ты здесь? Где? Где он? Где мой сын? Уснул? Нифига себе. Такой грохот. Ладно. Короче, он ее любит. Она называется Чикен. Кстати, у нас есть сюрприз. Обещанный. А? Нет. У нас сегодня очень гость неожиданный. Сергей Владимирович Манукян сегодня к нам пришел на концерт. Сергей Владимирович, сейчас пойдете или попозже? Через одну. Через одну, отлично. Ну, мы еще стоим. Пусть он отдышится, тут прибежал. We'll be right back.
И удержи. Мы хотим с вами сыграть. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Ну, это экспромт, сами понимаете. Добрый вечер всем. Спасибо. Thank you.
экспромт, мы не репетировали вообще. Мы просто пригласили Сергея Владимировича, и я ему говорю: Сергей Владимирович, споете с нами? Он говорит: спою. И все. Спасибо, что вы были сегодня с нами, ребята. Реально, всем большое спасибо. Понедельник, вечер. Это... Для нас это очень круто, что вы сегодня с нами. Мы сыграем последнюю композицию в этом вечере. Чё нет? Скоро метро закроется, ты чё? Ну, детям уже спать, вон Мигель уже спит. Давай. Да, только нам понадобится ваша помощь. Нужно будет левой рукой бить правую. Вот так вот. Примерно вот так вот, да? Да, вот так, да. Ну, можно, да, можно, может, как удобно. We'll be right back.
Андрей Зый. Кира Маликова. Владимир Смирнов. Дмитрий Баранович. Прогул. Коля Манушкин. Азат Кустрюлин. Прогул. Станислав Черемушкин. Трамбон. Туба. Трамбон. Дмитрий Груздик. Баринов Саксофон. Павел Кричко. Тенор Саксофон. А вот у этого человека сегодня именины. Он у нас сегодня в именине. День рождения. А вот они клей. А это Саксофон. Ты в рабочей сутки 18? 23? Ладно. Ладно, будешь так 18. Виктор Герабкин. Андрей Марухин. Клавиши. Сергей Борода-Коньков. Евгений Ларионов. Паша. Александр Попов. Барабаны. Евгений Панфилов. Под гитарой меня зовут Ильяр. Это был Ильяр. Спасибо вам. Спасибо. Стою. Алле-хоп. Поклон. Алле-хоп. Ух ты, послушай. А ну-ка еще раз. Алле, в любом раз. Алле, хоп. Класс, слушай, люблю команду. Спасибо вам, ребята.